Три правила монтажа-демонтажа колес на велосипеде, на дорожном, во всяком случае. Первое правило – это если колесо плохо снимается, в смысле покрышка с колеса, или ставится, значит, надо приспустить. Значит, воздух весь не спущенный. Нужно туда чем-нибудь остреньким так нажать, чтобы он вышел. И при монтаже, и при демонтаже тоже. После того, как надели его так по кругу, оно же надевается на немножко накачанное, чтобы камера не уползла никуда. И потом приспустили, и уже бортовка происходит. Вот тогда оно легко наденется. И бортовка происходит так. Сначала с одной стороны надеваем, нажимаем с двух сторон так по обе стороны руками, чтобы оно уползло как бы туда. И потом постепенно бортуется, бортуется. И тогда, если оно все уползло туда, то в самой крайней точке тоже не возникнет сложности в том, чтобы его надеть. Чтобы покрышку надеть на колесо. И третье правило бортовать руками, а не острыми предметами, потому что если туда запихать острый предмет, то есть высокий шанс проткнуть камеру.